Noi duhet bila stok, dhe të sejdinja sa që një përshet në skipë. Thank you.
сердце все. Закончил. Вот сейчас запись будет как раз. Мы, кстати, здесь проездом. Буквально несколько дней назад, неделю назад приехали из Америки, где играли в фестивале в Рочестере, на севере штата Нью-Йорк. Завтра мы летим на другой фестиваль, в Шушинское. Посетим домик, где Ленин был. Мы там уже были, кстати, в этой его комнатке. Там небольшая комнатка, я не помню, Надежда Константиновна была там или не была? Была. Была. Да, она там была, тогда кроватка еще осталась. Да, кроватка маленькая, я не понимаю. Мягкая. И самое интересное, что в огородах растет там, кроме конопли, ничего не растет. Да. Они такая молчат, конопля. Вот мы завтра там были. А сейчас мы сыграем вам композицию, которая называется «Мандолинка». Thank you.
Сейчас мы сыграем композицию, которую мы назвали «Битва». Thank you.
Просто сегодня эксперимент только поставили. Thank you.
первый раз Артем сыграл свою импровизацию такую. И я первый раз сыграл болеро во время для гитары. Следующая композиция называется «Забытое имя». Thank you.
Сейчас поскорее для вас колыбельную. Thank you.
Алексей, ты меня видишь? Да, порталы с клипочкой. Порталы, говорит, с клипочкой. А мне мониторчик поменьше, порталы побольше. Да. Ну как? Очень. Желательно, да? Просит скрипку. Скрипач просит. Скрипач просит. Я так не просил. Нет, монитор. Нет, не в зале скрипач просит. Портал скрипач. Это какие-то люди подсадили кто-то здесь, да? Саботаж устроили? Нет, по билетам. А, по билетам. К порталу сядьте поближе. Следующая композиция называется «Шесть весны». У нас есть диск с одноименным названием, кстати, с собой. И много других дисков с собой есть. Да. Мы забыли сыграть одну вещь, я как-то посмотрел. Что... Спасибо.
что-то сейчас она совсем так очень ярко. Не, я про мониторы, не мешайте работать. Не, ну мне я не могу договориться, то есть что с монитором. Мне потише, слишком она громкая достала.
Thank you.
Алексей Лукашенко для нас. Спасибо. Спасибо. Ну вот наша программа сегодняшняя подошла к концу, и мы, как обычно, хотим сыграть посвящение музыке великого американского гитариста Джимми Хендрикса. Мы назвали композицию вместе Джимми.
Спасибо. Юрий Матвеевич. Спасибо, Артем Лягушенко. Спасибо. Спасибо.